привет! Начнем с каучуковой базы от фирмы Кокс. Сейчас я вам покажу ее консистенцию. Давайте посмотрим на базу в работе. Для начала я промазываю всю ногтевую пластину, чтобы она была влажной, для того, чтобы когда мы наберем каплю, она могла растекаться равномерно. Далее я набираю нужную каплю. Не набирайте сильно большую или сильно маленькую. Она должна быть средняя в зависимости от вашей ногтевой пластины. Ставлю каплю ближе к кутикуле и немножко ее подталкиваю. За счет того, что мы уже нанесли базу тонким слоем, база сама отлично растекается, и вам нужно только немножко. Почему же все-таки мы рекомендуем именно эту базу начинающим мастерам? Потому что этап выравнивания у новичка занимает намного больше времени, нежели чем у профессионального мастера.